Здравствуйте, в эфире телекомпания «Город». Вы смотрите информационную программу «Время говорить» коротко о сегодняшних темах. Гром грянул, как будем креститься, волгоградский взрыв потряс Россию. Неужто снесут? Рязанские активисты сумели привлечь внимание властей к самовольной постройке в центре Рязани. Есть решение суда и решимость приставов добиться его исполнения. Что там на свалке было? Подробности в сегодняшней программе. А теперь обо всем подробнее. Почти 3-килограммовый тротиловый эквивалент. Такова, по оценкам экспертов, была мощность взрывного устройства, ставшего причиной волгоградской трагедии. Начинка, металлическая арматура и болты, 6 погибших, около 40 раненых, огромный резонанс, постоянный поток информации. Основная аналитика сейчас сводится к тому, что подрыв автобуса в Волгограде – это мрачный намек на сочинскую Олимпиаду. Еще и этим летом боевики пообещали сорвать главный спортивный проект России. И еще «Комсомольская правда» цитирует аналитика Романа Силантьева, который заявляет, террористы ведут активную вербовку в высших учебных заведениях. Сейчас, говорит Силантьев, Дагестан, Астрахань и Московский регион превратились в центры вербовки, где ведется налаженная работа по промывке мозгов. Считаю, добавил эксперт, что вербовщиков надо уничтожать как террористов. В канун теракта в Волгограде, когда трагедия, разумеется, никто не подозревал, рязанские полицейские провели очередную профилактическую операцию «Нелегальный мигрант». Подход к делу, надо отметить, у правоохранителей изменился. Если когда-то официальный сайт, тогда еще милиции, сообщал о единицах изловленных нелегалов, то сейчас дело поставлено определенным масштабнее. В минувшие выходные только с территории Московского района столицы области в отдел полиции доставили более сотни иностранцев, проверяли документы и разрешения на работу. Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, при необходимости иностранных граждан дактилоскопировали с помощью электронной системы «Папиллон». Кроме нарушений миграционного законодательства, у доставленных были выявлены и другие грешки. Оказалось, что мигранты вполне освоились в России и переняли местные привычки. Почти каждый четвертый был, так сказать, заметно выпивший. На них составили административные протоколы за нахождение в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения. Возможно, после волгоградских событий профилактика получит новый толчок. Эксперты утверждают, что подрывников злодеи вербуют и среди мигрантов из таджиков и узбеков. Но вроде бы дело здесь идет туго. Азиатские работяги желают заколотить деньгу, готовы, как видим, и поддать выходной день, с девушками в меру творческих способностей пошутить, но самоподрываться нет, как говорится, увольте. Рязанские пожарные сегодня с утра здорово погрелись, причем в прямом и переносном смысле. Где-то в половину десятого загорелась квартира одного из домов на Радиозаводской. Картина была самая трагическая. Полыхающая квартира и старушка на балконе, взывающая о помощи. Доблестные огнеборцы незадачливую 85-летнюю погорельцу, конечно же, спасли, хотя без ожогов, увы, не обошлось. Как сообщил помощник начальника караула 2-й пожарной части Рязани Александр Овчинников, подразделение пожарных проникли в квартиру по лестнице. Через балкон оттушили огонь с лестничной площадки. Спасали как бабушку, так и остальных жильцов дома 12 пожарных на 4 спецмашинах. Также сегодня полицейские сообщили об окончании и передаче в суд уголовного дела по факту мошенничества в рязанском ЖЭО номер 9. Экс-директор участка, дама, судя по всему, оборотистая и читавшая бессмертную поэму великого Гоголя «Мертвые души», взяла на вооружение методы незабвенного Павла Ивановича Чичикова. Производство следственной части Следственного управления УМВД России по Рязанской области находилось уголовное дело, возбужденное в отношении бывшего директора ЖЭО по факту совершения мошеннических действий в отношении ЖЭО с использованием своего служебного положения. В ходе проведенного расследования было установлено, что директор одного из ЖЭО, являясь должностным лицом, используя ранее полученную персональную информацию о соискателях, которые желали устроиться на работу в ЖЭО, но после по каким-либо причинам отказавшись от дальнейшего трудоустройства, фиктивно на протяжении с 2001 года по 2008 год трудоустроил указанных соискателей без ведома последних на вакантные должности в ЖЭУ. В свою очередь, фиктивно трудоустроенные граждане, которые также являются жителями города Рязани, не подозревали о том, что они числятся на рабочих должностях в ЖЭУ. После чего директор ЖЭУ также, используя свое служебное положение, ежемесячно получал за фиктивно трудоустроенных лиц на протяжении с 2004 года по 2010 год заработную плату и иные выплаты, полагающиеся к выплате работникам ЖЭУ
на общую сумму свыше 1 миллиона рублей. Также окончено дело САСовских мошенников, которые пробавлялись операциями с недвижимостью. Аферисты оформляли поддельные документы на муниципальные квартиры, чьи собственники ушли в мир иной. Потом по фиктивным доверенностям жилплощадь уходила на подставных лиц. Когда злоумышленников, что называется, пресекли, полиции удалось восстановить законных владельцев квартир в их правах. К другим темам. Сегодня стало известно, что рязанские судебные приставы, по всей видимости, добьются сноса незаконно построенного здания в центре Рязани. Соответствующее решение суда уже есть. Дело, надо сказать, получилось весьма громким. Чтобы что-то построить, у нас добиться можно. А потом уж, так сказать, извините, но мы уже начали. И далее по графику. Решение вопросов с начальством и чиновниками, поиски компромиссных ходов, задействование хороших и уважаемых людей в качестве просителей и ходатаев. Рассказывает Глеб Галушкин. Прошло уже более 2 лет с момента первого протеста общественников против постройки этого торгово-офисного здания на улице Астраханская. По их мнению, лишь пикеты привлекли внимание городских властей к этой стройке. После проверок выяснилось, что у застройщика нет необходимых разрешающих строительство документов. У этой гражданки не оказалось ни разрешения строительства, ни проекта строительства. Мы делали пикеты, обращались во все органы власти, не только мы, но и ректоры РГМУ. Калинин тоже жаловался. И в результате наше Министерство региональной культуры и туризма судебные иски предъявило о сносе этого здания. Все суды были выиграны. Защитники памятников старины надеются, что если судебное решение будет выполнено, то это станет важным шагом в сторону охраны памятников архитектуры. Если все-таки это здание будет сломано, это будет первый, так сказать, случай в Рязани, когда закон выше любого частного права, как и любой коррупции. То есть люди должны подчиняться закону все, независимо от того, как ты построил, где ты купил, закупил, виноват, не виноват. Ну вот мы ждем действий наших судебных приставов, которые и вообще властей города Рязани. А раз они допустили нарушение закона, они обязаны его устранить. Впрочем, остается и ряд вопросов. Например, почему рязанские чиновники прознали о факте самовольного строительства лишь от прессы или из надписей на плакатах активистов? Но действительно, в историческом центре Рязани, буквально через дорогу от здания муниципалитета, впритык с памятником старины возводится непонятное строение. Почему никому из работников надзорных органов не пришло в голову проверить строителей на предмет нарушения норм и правил застройки? Теперь вот надо изловить застройщицу и заставить ее снести самострой. Значит, на исполнение службы судебных приставов поступил исполнительный лист о сносе самовольно возведенного строения по улице Ленина, 22. Должником является физическое лицо, которое в настоящий момент проводятся разыскные мероприятия по установлению местонахождения этого должника для того, чтобы вручить все соответствующие необходимые документы для проведения дальнейших мероприятий по сносу. Еще новости из областного управления службы приставов. Здесь прояснили причины некоторого недавнего ажиотажа в районе городской свалки. Работа у судебных приставов, как говорится, хоть отбавляй, ведь в их компетенцию входит не только поиск должников по алиментам и выдворение мигрантов, но и снос различного вида строений. В счет задолженностей, конечно. В районе, наверное, апреля-мая 2013 года на исполнение также поступило 4 исполнительных документа о сносе самовольно возведенных строений на городской свалке, окружная 192-й километр. Хозяин сыроюшек прекрасно знал, что его постройки, образно говоря, не имеют под собой фундамента. Приставы неоднократно передавали всевозможные предупреждения, пока в один прекрасный момент не пришли с решением суда. На протяжении всего периода, значит, применялись меры административного характера. Он, значит, был оштрафован неоднократно. Общая сумма штрафов составила 300 тысяч рублей. Все штрафные санкции он погасил. После предупреждения об уголовной ответственности, потому что должник является юридическим лицом, должник принял все меры к тому, чтобы объекты снести самостоятельно. Поэтому судебный пристав выезжал на объект непосредственно, проконтролировал снос этих самовольно возведенных строений, зафиксировал факт сноса. И в настоящий момент исполнительное производство окончено фактическим исполнением. На сегодня все. Хорошего всем вечера и до встречи в среду, как всегда, в эфире программы «Время говорить».